Всем привет! Сегодня будем готовить вкусную и полезную запеканку из кабачков. Этот овощной кугель сделать проще простого. Все смешали и в духовку. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Сначала измельчаем овощи и зелень. Натираем на крупной терке кабачки. Морковку. Лук. И картофель. Укроп и петрушку рубим ножом. Затем все подготовленные овощи перекладываем в миску. Добавляем зелень, выдавливаем чеснок, высыпаем овсяные хлопья и хорошо перемешиваем. Теперь делаем заливку. Разбиваем в миску яйца, добавляем соль и взбиваем до появления пены. Дальше добавляем перец, кориандр, подсолнечное масло и продолжаем взбивать буквально полминуты. Выливаем заливку в миску с овощами и хорошенько все перемешиваем. Затем берем форму для запекания. Оптимальный размер формы для взятого количества продуктов 26 на 18 сантиметров. Смазываем ее подсолнечным маслом. Выкладываем туда овощную массу. Разравниваем, слегка уплотняем. И отправляем в нагретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Вот и все. Вкусный и полезный кугель из молодых кабачков готов. Приятного всем аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.